Всем привет, меня зовут Леонид, я владелец магазина Вандерфото. Наступили майские праздники 2018, мы с котом выехали на дачу и захватили с собой пару полароидов 636. К сожалению, фотоаппарат достаточно старый и, например, те, что собирались в СССР, очень быстро ломаются. Что мы с ними можем сделать? Мы можем их покрасить, превратить их в дизайнерские камеры, но это не спасает от внутренних поломок. Поэтому мы подумали, а почему бы не развлечь вас сегодня и не придумать какой-нибудь способ утилизации. Вот, мой малыш Дарт Вейдер поможет мне сегодня, будет мне ассистировать. Сейчас мы покажем для вас наш фокус. Итак, знаете, как во всех ютубных видосах, мы решили записать для вас очередной способ утилизации камеры. Я думаю, что камеру Polaroid 636 еще никто вот так вот не утилизировал. Итак, что нам для этого нужно? Кувалда. Одна штука. Фотоаппарат 636 дизайнерский. Одна штука, не рабочий. Итак, закрываем этого малыша, берем кувалду, кушаем перед этим кашку и начинаем утилизацию. Ребят, ну вот мы нанесли всего лишь один удар, и вот это вот все, что осталось колесика, да, снимков. Зеркало внутри раскололось. Вот они, шлейфовые провода. Кстати, самое удивительное, удар не пришелся на вспышку, поэтому вспышечка осталась целой. Ну, я могу вам показать, как она там внутри выглядит сейчас. Прям вот. Секунду. Правда, она бьется током. Оп, вот она у нас. Целая. Отдельно бить ее не стану, будет как бы очень много маленьких деталек. Ну что, друзья, наша утилизация прошла успешно, фотоаппарат ликвидирован. Мы вообще не ожидали, что он расколется на мелкие кусочки с первого раза, это было действительно интересно. Сейчас будем уже собирать его осколки в радиусе, наверное, метров 5, со всех сторон причем. Вот, так что, если вам понравилось данное видео, ставьте нам вот такой вот палец. Вы, кстати, можете еще подписаться на наш канал. И по секрету, у нас было очень много сломанных фотоаппаратов. Зенитов, мыльниц, Кэнонов, Никонов. И если вам действительно понравилось это видео, и вы поделитесь им еще и с друзьями, мы разобьем, может быть, кое-что еще. Всем пока!